сказать, все рисунки супер, отличные, ребята очень талантливые, спасибо за такие рисунки. Будет очень тяжело выбрать, потому что я бы выбрал все. Каждый по-своему хорош, но обстоятельства складываются так, что нужно выбрать один и самый лучший. На мой взгляд, опять же, чтобы никого не обижать, для меня вот этот рисунок, не знаю, больше мне приглянулся, так скажем, да? Напоминает немножко о предстоящем лете своим желтым ярким цветом. И, конечно же, «Зенит» всегда вперед, и только к победам стремится, к чемпионству, и чего мы все хотим. И впереди плей-офф, я думаю, что будут полные трибуны, и мы оправдаем надежды наших фанатов. Еще, конечно, персонально хотел бы поблагодарить Алену за столь классный рисунок. Спасибо, что ты старалась. Ждем тебя на трибунах предстоящих игр плей-офф. Спасибо тебе еще раз большое, лично от меня.